33-я пара. Я Шороков, красный бой. Каждый раз кто-то. Вы же пошли. Ручки. Во, во.
кидай, Илюш, кидай, 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 не бойся. Видишь? Вот, хорошо. Повтори еще. Мягче, Люш. Кидай, 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 кидай. Ножку ручки сразу. Девочки, опять несколько раз зацепили, у меня сдвинулась камера. Я говорю, можно пить? Еще кидай. Не отпускай его. Закидывай. Ну вот там опять бил. Хорошо. Уважаемые друзья, сегодня позвонили главному тренеру сборной России по саботу Сергею Булатову из Иерусалима. Снизошел благодатный огонь. Всех с праздником! Еще год продержимся, и телеса наши будут живы. Всего нового продолжения боя готовится его Ларион Аркадий. Тренер Алексей Ценис. Приготовится Александр Ковалев. Московская область. Рафаэль Юсупов. Краснодарский край. Вес 70 килограмм. Выше, Люк. Кидай, 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 Илья, сам. Ребята, нажмите розеточку, нажмите, чтобы свет загорелся. Внимание!
запрещенные песни. Удар ниже музыки, поиск. Спортсмен. Второе. Не выйдет. Андар. Олег. Кидай, кидай, не, не бойся. Хорошо. И ручки сразу. Да, Илюш, концовочку. Голову сзади, давай. К рингу приглашаются Королев и Усупов. 34-я пара. Бригада судей готовится в составе Патюкова-Рахей. Боковые Ключенко, Никонов, Перетятько. Судья секунда Дмитрий Назаренко. Победу одержал Илья Шуроков.